актерскую удачу. Ladies and gentlemen, our next fight of the night is scheduled for 35-minute rounds in the heavyweight division. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He stands 195 centimeters tall. His official weight, 119.4 kilos. He is an MMA practitioner, holding a pro record of 9 victories opposite 4 defeats. Fighting out of Chi-Town, Chicago, Illinois, USA. Here is Daniel, the American Predator, James. And across the cage, his opponent fighting out of the red corner. He stands 190 centimeters tall. His official weight, 104.2 kilos. He is a striker with an impressive professional record of 14 victories opposite a single defeat. Fighting out of Mahachkala, Dagestan, Russia. Here is Ruslan, the Leopard, Magomedov. And our referee in charge of the action, Herb Dean. All right, gentlemen, we've been over the rules. Protect yourself at all times. Follow my instructions. You're gonna keep it clean. Touch gloves, let's do it. Ну что ж, два по-настоящему больших парня. Высокие, у американца сумасшедший, конечно, размах рук. Все на ваших экранах, на графике. И вот оно начало. По-моему, ну, на моей памяти, это первый оппонент Руслана с такими габаритами. Обычно он все-таки несколько выше своих оппонентов. Руслан сразу же переходит к делу. Ну, с его опытом в кикбоксинге, в ударной технике он в любом случае должен чувствовать себя хорошо. Пытается сблизиться американец, а как раз вот такие более-менее спонтанные удары. Есть захват корпус. На корпусе. Да, и корпус взял достаточно прижимает. Жестко. Однако по положению плечей американца кажется, что не так, чтобы он сильно много понимает, что отсюда делать. Скорее всего, он сейчас будет больше просто держать. Ну, может быть, попробовать зацепы, подхваты. Или я все-таки додумываю. Да, кажется, я все-таки додумываю. Пока просто держит, сушит ноги. На данный момент он его хорошо контролирует у сетки. Я думаю, Руслану не стоит там задерживаться. Он хорошо защищается, чтобы не получать ощутимый урон. Но, с другой стороны, вы видите, ощутимого урона-то особенно у американца не получается. В том плане, что держит он его сейчас не сколько за счет техники, сколько за счет физической массы и как будто бы угрозы, которые на самом деле пока не очень сильно видно. Вот даже удары коленями я пока вразумительно так, чтобы не вижу. Была попытка такая в основном сваливания. А вот, физически Джеймс очень силен. Я думаю, что Руслан сейчас это на себе ощущает. Да, вот первый неприятный действительно удар. Да, он разрешенный. Вот так вот бить по пальцам вполне себе можно. Я думаю, защищается Руслан. И не самый опасный здесь оппонент в его карьере именно в клинче. Но именно в ударной технике как раз американец меня немножко напугал. Именно тем, о чем мы говорили уже еще про одного американского несколько спортсмена. Несколько ударов коленом по корпусу наносит американский спортсмен. Продолжает контролировать своего оппонента у сетки. Чем напугал? Именно спонтанностью действий совершенно непонятно было, с чем он собирается туда вперед идти. То есть чего ожидать от него, то ли боковых, то ли прохода, понятно не было. Сейчас уже картинка более-менее успокоилась. Удары коленями, да, они здесь есть. Вот, здорово. Руслан заворачивается, но он опять теснит его к сетке. Вы знаете, бросается в глаза, насколько все-таки физически разрывает дистанцию Руслан. Меньше Руслан своего оппонента. Пока вот они стоят друг напротив друга, это так не бросается в глаза. А вот когда они находятся уже в клинче, все-таки существенно больше американец. И физически, соответственно, наверняка сильней. Но это в смешных единоборствах совершенно не факт, что может что-то в конкретном бою значить. Становится очевидным, каким планом будет пользоваться на бой Джеймс. Будет стараться поджимать Руслана к сетке, контролировать его этой сетке. Ну и это традиционно для соперников Руслана.
потому что он все-таки очень высокого уровня ударник, и работает он обычно именно вот в этой манере, то есть несколько двигаясь вдоль сетки, уходя, расстреливает такими точными хорошими ударами с рук и с ног. Было сейчас попадание в пах, но преднамеренным его, конечно, никто не назовет. Вот это редкое умение для представителей других стилей — работать сразу с передней ноги. То есть обратить внимание, насколько хорошо это Руслан делает. Да, Руслан, безусловно, обладает очень красивой техникой работы как рук, так и ног. Вот сейчас, кстати, акцентированный такой был лоу-кик с правой. А он не первый раз попадает по этой ноге. Я думаю, что Джеймс начинает ощущать эти удары. Ну, пока делает вид, что ему все равно. Совершенно точно Руслан этими ударами его замедлил. Да, возможно, но вы знаете, на адреналине, там, к примеру, сейчас появился у американца разрыв мышцы. На адреналине это чувствуется сильно не сразу. То есть, скорее всего, он выйдет с поединка, и тогда у него очень заболит нога. А сейчас, если это не травма сустава, то, скорее всего, он этого не это не скажется на поединке. Он опять использует ударную технику для сокращения дистанции, снова будет работа у сетки. Да, чуть-чуть расстраивает в работе американца, что при таких серьезных габаритах он не владеет клинчем как таковым. По крайней мере, создается такое впечатление. Пока нету ни грамотного захвата, ни... Руслан разворачивает его к сетке. Ни попытки перевода, да. Руслан же развернулся. Не понадобилось ему даже выходить, время закончилось. Ну что ж, какие у вас впечатления от первого раунда? Я думаю, что это очень непростой соперник для Руслана. Почему? Очень физически сильный. Им совершенно точно Руслану было нелегко в этом первом раунде. Мне, как мне кажется, к концу раунда Руслану удалось своими попаданиями по ногам своего оппонента, по корпусу своего оппонента существенно снизить КПД того небольшого количества технического арсенала, который может предложить Джеймс. Вы знаете, мне показалось, что здесь еще существенным элементом была работа руками в корпус от Руслана Магомедова, потому что это такая работа, она с одной стороны для разнообразия, а с другой стороны она и неплохо дыхание сбить может. И выстраивает между тобой и оппонентом как бы такую стену, которую уже преодолевать не так легко. Скорее всего, мы оба правы, и общее вот это разнообразие действий принесло пользу. Каждый из конкретных аспектов и все вместе. Точно так же. Какие ожидания от второго раунда? Я думаю, что существенно ничего не изменится. Джеймс будет пытаться производить те же действия. Не думаю, что он сейчас предложит бой в стойке Руслану. Да. Снова он. Ну, чуть не бросается вперед. Все-таки не бросается. Предупреждение от Харба Дина о том, что надо аккуратнее работать пальцами, то есть открытый рукой. Да куда-то девается, обратить внимание, вот этот заряд американца. Только что он вроде бы готов был прыгать вперед, и вот мы видим, что он нет, не готов. Еще одно попадание по корпусу. Да, и луки в слепку, уходящие назад. Я думаю, что Руслан сейчас набрал свою дистанцию и будет набирать обороты в этом раунде. Да, вполне возможно, что он уже почувствовал, что нужно делать. Но опять-таки тяжелый вес. Ну и мы помним, что со спонтанными соперниками непонятно, чего ждать. Всегда это может быть что-то неожиданное, поэтому и руки надо держать высоко и контролировать. Но мы видим, что сейчас уже дистанцию Руслан контролирует не за счет
движений назад, а просто за счет того, что периодически выстреливает то с руки, то с ноги. И этого сейчас хватает, чтобы американец не шел вперед. Вот видите, я про эту работу руками в корпус говорил. Я думаю, что в этом поединке это тоже существенный фактор. Ну и тем более, что вот такие удары в корпус, они бывают и к нокаутам приводят. Я такие случаи знаю. Вот уже подбирается немножко и на атаку. А Руслан сейчас готовил хорошую атаку. Под руку практически получилось сделать. Ну, а у американца обратить внимание, у Шелтона, у Даниэля Джеймса, рука-то тоже на месте. Мы видим даже две. Да, он очень собранный, не позволяет себе такой роскошь, как опущенные руки. Да, правда, при этом не сказать, что прям очень четко на своих местах кулаки. Но у него получается сократить дистанцию. Ну да, я думаю, уже привычная для Руслана работа у сетки. Я должен опять отметить, что это очень энергозатратно, потому что я думаю, что в этой позиции Джеймс очень силен. Он пользуется своими длинными рычагами, физической мощью. И почему-то не пользуется попытками перевода. На самом деле очень много здесь вариантов, что делать, и переводов за счет вот этого контроля спины, и отгрузить голову, потом прихватить голову и перевести. Разворот в исполнении Руслана. И еще бы я пофантазировал, но это уже смысла не имеет. Поменялась позиция. О, вот это интересно, кстати, было. А почему? В чем остановка? Что не так? Не понял я, если честно, этот эпизод с паузой. Я думаю, что получился захват шорт в исполнении одного из спортсменов, и Херб Дин сделал небольшую остановку. Ну да, как известно, кому... Ой, молодец. Вот это уже в тэквондийском таком стиле. Кому виднее, тот Херб Дин. Обычно говорят так. Прекрасная, да, атака с рук. Исполнение Руслана Магомедова. Да, причем двухэтажная. Голова, корпус. Здорово. Вот то, насколько он четко чувствует, контролирует дистанцию, это, конечно. А сейчас этот удар прошел. Вот эти вот хлесткие удары, когда кажется, что удар идет в корпус, а потом он перекидывается в голову. Да, сейчас, конечно, в ударной технике ощутимо превосходство. Вот еще к рассуждениям тех, кто говорит, можно ли сразу, стоит ли перед переходом в смешанное единоборство иметь любительскую базу. Вот она, существенная любительская база. Посмотрите, насколько более высокий класс здесь в ударной технике. Супермен панч в исполнении Руслана Магомедова. Отвечает тем же чем. Ответный супермен панч. Сравните. Сравните сами, сделайте выводы. Начинает уже заряжать свои удары Руслан Магомедов, если до этого уже больше, так знаете, в стиле поиграть в пятнашки работал, то есть не вкладывался в них. Сейчас уже каждый третий, уж по крайней мере, вкладываться начинает. То есть уже понимает, что скоро можно будет работать на нокауте. Сейчас пока достаточно и такой четкой, аккуратной работы на контроле. Поиграйте в хорошего полицейского, Аюб. Что сейчас делать американцу? На самом деле я не вижу, что он предложит что-то новое в этом третьем раунде. Давайте дадим ему шанс. Сейчас, предположим, вот что-то такое выдающееся внутри себя может пробудить. Какое у него вот из исходных данных? Его желание конкурировать с Русланом Магомедовым в стойке, в разменах. Чревато для него нокаутом. Я думаю, он и его угол это понимают. Есть то, что у него получается. Это работа у сетки. Есть смысл попробовать, как вы уже говорили, перевести его в партер и искать уже пути завершения там в виде добивания. Вы знаете, я вот как человек все-таки больше от мира борьбы, ну, по своему спортивному прошлому, вам скажу, что как раз в клинче-то он практически не знает, как работать. И здесь именно размен, возможно, для него, ну, вспомним, что это тяжелый вес и всякое возможно. И может быть спасением. Вот такая обратная петля, казалось бы, почти взял, но нет.
даже собрать захват не получился. А мне кажется, что американцу бы, если он действительно хочет победить, стоит бросаться в какую-то многоходовую комбинацию с ударами. То есть просто бить вне зависимости от того, что по тебе бьют. Так, большой риск, да, и риск улететь в нокаут, в том числе, ну что, почти всегда бывает, когда напротив тебя чемпион мира по кикбоксингу. Но все-таки определенный шанс в этом есть. Или просто, знаете, бывает такое в стиле американского футбола, когда человек кидается вперед и просто сносит. Вот такая атака могла бы быть сейчас американцу полезна. Но нет ощущения, что он сейчас готов отдать действительно много ради этой победы. Как по-вашему? Я не думаю, что у него сейчас сохраняется кондиция для того, чтобы действовать. Наверное, он просто не платит ипотеку. Ну что ж, понимаем. Прекрасный удар по корпусу. Понимаем, принимаем. И тем временем радуемся такой разнообразной ударной технике нашего спортсмена. Такое ощущение, что американец ей радуется. Сейчас он снова поджимает Руслан к сетке. Да, и пытается зарядить, но почему-то и лукик... угол ему кричит, что он находится в том месте, где мы хотим. Подходи. И почему-то Джеймс не спешит исполнить указания своего угла. И даже как-то пытается спорить со своим углом, подает какие-то жесты. Да, успевает это и сделать. Ну, да, видимо, не так он занят самим поединком. Какие-то другие у него мысли в голове. И это, по-моему, для него очень не кстати. Ну, а Руслан Магомедов мы видим... Еще один прекрасный удар по корпусу. Полностью соответствует себе в плане ударной техники. Выверенная, разнообразная, с очень хорошим контролем. Сейчас немножко долго разворачивался на ноге. Но я так понимаю, это было и в основном для, опять же, разнообразия. И такой игровой манеры сделал. Ой-ой-ой, молодец, отлично. Как мне показалось, оверхенд. Неважно, в любом случае, все больше и больше ударов начинает именно проходить. А Руслан от раунда к раунду прибавляет, и у него получается все больше в этом бою. Да, вот вроде бы человек отступает назад, а вроде бы, ну и что? И только на него это играет так называемая скифская тактика. Заманивая за собой и расстреливая, сейчас в полной мере работает Руслан. Угол Джеймса просит его пользоваться теми возможностями, которыми возникают, те небольшие возможности, которые возникают в каждом из раундов, именно в работе, связанной с клинчами, работая у сетки. Ну и, наверное, не подсказывают конкретных действий. Потому что не кажется, что есть какие-то наработки. Переходит в одну ногу. Вот, наконец-то, да, казалось бы, первая такая комбинация борцовская из подхватить ногу и там, не знаю, что дальше, возможно, зацеп готовил. Ну, сейчас, конечно... Хорошо разворачивается Руслан, разрывает дистанцию. Борцы, что вольники, что классики, что, возможно, самбисты очень сильно переживают из-за того, что столько упущенных возможностей у американца, столько всего мог реализовать. Еще одна красивая атака с передней ноги в исполнении Руслана Магомедова. Да, с этой точки зрения, конечно, все отлично. Руслан действительно показывает себя замечательно. По-прежнему не стремится к нокауту, ну а что стремится, если ты не так выигрываешь? Интересно, после что той паузы, начинает... которая у него была, важно пройти, я думаю, всю дистанцию поединка, чтобы в достаточном объеме показать себя, снова почувствовать клетку, снова... Попыть в бою больше времени набрать, не так часов. Да. И вот сейчас хотя бы на духе нет. Не так выражено было желание американца что-то сделать, чтобы что-то сделать. Но к трем победам
UFC подряд, судя по всему, еще одну на свой счет уже в ECA записывает Руслан Камилов. По крайней мере, мне не кажется, что здесь может быть два фуга. На мой взгляд, тоже он сделал достаточно, чтобы одержать победу в этом бою. Да, вот здесь, конечно, очень много упущено было действий. Не было захвата крестом, не было контроля головой, плечом со стороны американца. Но зато было большое количество пропущенных ударов. Не его сегодня день, не его. Уж не знаю, какой харизмой он хотел сбивать Руслана вниз. Так или иначе, готовым к этому поединку он мне явно не показался. Чуть-чуть расстроил, но зато Руслан порадовал. Поэтому в целом парень. Ladies and gentlemen, after completing the scheduled three rounds, our judges at cage side are all in agreement for your winner by unanimous decision. Руслан the Leopard Магомедов! Да, без сюрпризов, но с приятным чувством радуемся, что... One, two. Music, thank you. There we go. Ruslan Magomedov, finally I get to congratulate you on a fantastic performance, but also welcome back to competition. It's been a long time since you've competed in the cage. Before I ask you about your victory, how did it feel to get back here and finally do what you love? Руслан, поздравляем с возвращением. У тебя был долгий перерыв от единоборств. Расскажи нам про этот бой, что ты думаешь, про свои ощущения. Я очень благодарен, что меня пригласили в эту лигу. Конечно, долго не выступал. Вот. Старался как можно, не рисковал. Я бы хотел поблагодарить Рамзана Ахматовича Кадырова, который мне помогал. Клуб «Ахмат» всегда мне помогает на протяжении стольких лет. Я очень благодарен этому клубу. Спасибо. I'm really happy to have been invited to fight for the ACA League. I would like to thank Ramzan Kadyrov for the continued help and support he's given me over the years. And also, yes, thank God I was managed to win. Yeah, that was really great. I'm happy I won that fight. Daniel James, your opponent was a big, scary competitor from America. It looked like your game was to keep it at range and use those low kicks. You did that fantastically. Was that the game plan from the start, just to keep the range and take away his base? Казалось, что Даниэль Джеймс, твой оппонент из Соединенных Штатов, будет достаточно сложным соперником, но скажи нам, это был твой геймплан, постараться немножко отодвигать его, держать его на дистанции? Я понимал, что у Джеймса большие кулаки, он может достать, нокаутировать. Вот, я за счет скорости ног пытался его держать на дистанции, я думаю, у меня получилось. Все, всем благодарен. Well, I fully understand. Yeah, James has large fists, and you know my game plan was to really keep him away using my leg kicks. Ruslan Magomedov, once again, congratulations! Welcome back to the cage. Give it one more time, Ruslan Magomedov! Ну, очень логичное интервью, и еще раз наше поздравление. Действительно, все здорово. Еще одна победа. Еще один интересный поединок. И уже почти полные трибуны, а ведь это всего лишь еще закончился четвертый бой. Стратегический партнер лиги ACA. Энергетический напиток Energy Dragon. Если ты упал, есть только один выход – подняться.
борись, играй, рискуй и побеждай. Генеральный партнер лиги ACA – букмекерская компания «Бинго-бум». И по камням жестрый.